девчонки, всем привет! Сегодня будет очередная распаковка посылочки сайта iHerb. Это вторая посылка за октябрь месяц. Посылка будет с косметическими продуктами. Заказывала я ее через компанию Boxberry. Дошла ко мне за 10 дней, что очень радует. Сейчас вообще в последнее время хорошо, быстро доходит этой компании. Тем более, что можно сэкономить благодаря этой компании на доставке, поэтому очень радует. Ну что, давайте тогда начинать. Пришла ко мне такая вот посылка, я ее предварительно уже открыла, посмотрела, все ли мне сайт iHerb положил, все ли дошло. Вот так она, в принципе, запакованная. Будем смотреть обзор по первому продукту. Это у нас гель для душа от компании Avea. Сейчас ее распечатаю. Вот такой вот гель для душа, большая бутылка, здесь 532 миллилитра. Обратите внимание, достаточно хороший бренд. Прекрасный гель для душа, густой, хорошо пенится, не сушит кожу. В составе есть овсяная мука. Ну, как известно, овес славится своими увлажняющими свойствами, да, которые влияют на кожу. Вот у кого раздраженная, чувствительная кожа, значит, вам сюда хороший гель. Не содержит мыла, красители с хорошим составом. Ну, что еще могу сказать? Ну, вообще, это как бы прекрасный гель. Попробуйте, тем более, что бутылка такая достаточно внушительная. Надолго вам его хватит. Мне он нравится, беру не первый раз и возвращаюсь к нему снова. Так, следующий продукт моей посылки – это органический лосьон для рук и тела «Тропический кокос». В своем составе имеет кокосовое масло, органические маслаши, как бы, и, ну, как бы, хороший состав, много всего, как бы, не знаю, камера не сфокусирует. Вот такой, в принципе, сфокусировала. Вот такой, в принципе, у него состав. Здесь и алоэ вера, и, ну, вообще, как бы, такой богатый состав, действительно натуральный лосьон для рук и тела. Компания Desert Essence. Я не скажу, что я фанат этого бренда, как бы, но многим этот бренд нравится. А вообще, как бы, он заслужил своей популярностью благодаря своим шампуням. Но я, в принципе, как бы не сильно фанат их шампуней. Но, знаете, дело каждого. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но вот этот вот лосьон заслуживает похвалы и уважения. Хочу сказать, что хорошо он смягчает и питает кожу, хорошо увлажняет. У него прекрасный запах, скорее кокосовый. Ну, чем-то, знаете, напоминает экзотический коктейль, вот такой с нотками кокоса. Кто любит кокос и такую экзотику, попробуйте. Тем более, что действительно очень хороший и такая как бы внушительная баночка. 237 миллилитров, ну, как бы классный, хорошо впитывается, увлажняет. Попробуйте, возможно, вам тоже понравится. Следующий такой продукт, это от компании Reviva Labs, крем для глаз с укрепляющим комплексом. Что хочу сказать, давайте сначала скажу о самой марке. Смотрите, вот эта компания Reviva Labs, у них достаточно очень хорошие продукты, натуральные продукты. Сама компания, то есть разрабатывают продукты фармацевты. У них, ну, скажем так, такие вот простенькие баночки, да, вот такие вот пластмассовые, ничего такого особенного нету, но с хорошим составом. Состав, кстати, вот такой вот можно увидеть. Сам производитель заявляет, что крем борется с мешками, морщинами и затемнениями. Но хочу сказать, что действительно у него здесь прекрасный состав. И в составе есть протеины пшеницы, да. Есть, кстати, комплекс от отечности, комплекс трав. Это вот арника, гамомелис, конский каштан и плющ. Также есть в своем составе масло зародыша пшеницы, миндальное масло, календула, экстракт василька. То есть, в принципе, состав хороший. Но я скажу, что вот этот кремушек, он, конечно, подойдет более
для молодой кожи без таких особых проблем. Мне кажется, что кому за 30, уже надо что-то более серьезное. А для молодых девушек вот как раз то, что надо. Я его, в принципе, взяла на зиму. Он такой имеет более такую, наверное, плотненькую текстуру. На зиму самое оно, ну, в принципе, для лета тоже. На ночь будет очень, очень хорошо. Я сейчас его попробую открыть, как бы. Сейчас вам покажу консистенцию. Смотрите, вот консистенция, в принципе, вот такая крема. Такой хорошо распределяется, хорошо увлажняет, питает кожу. Знаете, некоторые говорят, что, в принципе, борется с морщинами. Я этого не увидела, но мне вот нравится сам эффект питания и увлажнения. Повторно взяла себе такой крем от Andaloy Naturals. Это дневной крем для чувствительной кожи 1000 роз. Девочки, что хочу сказать. Это мой фаворит. Кремушек является моим фаворитом. Сейчас его распечатаю. В такой достаточно красивой упаковке с прекрасным составом. Прекрасным составом, хороший крем, стеклянная упаковка, стекло. Консистенция крема такая, скажем так, геле, не то что гелеобразная, но такая легкая достаточно. Но это, в принципе, дневной крем, он должен быть таким. Вот, вот эта марка, кстати, это вообще мой фаворит. В своем составе имеет столовые клетки розы и фруктов, альпийская роза, садовая яблоня, виноград. Также имеет в своем составе гранат, который тонизирует и крепляет кожу, гиалуронку, алоэ вера. Ну, вот, кстати, роза хорошо питает, да, восстанавливает кожу, придает здоровый, красивый внешний вид. Также в своем составе, ну вообще как бы эта марка, да, в своем составе имеет биоактивный комплекс 8 ягод. Это такие вот оксиданты. От себя хочу сказать, что этой маркой вообще довольна, как шампунями, так и кремами. Нужно просто, наверное, подобрать. Ну, в принципе, я пробовала разные крема, мне все подходят, все мне нравятся. К некоторым возвращаюсь я повторно. Вот этот с розами мой фаворит. Хорошо увлажняет кожу, хорошо питает кожу. Для лета супер. В качестве дневного крема тоже супер. Хороший крем. Попробуйте. Отличный состав. Действительно натуральный состав. Нету никаких там парабенов, всяких там силиконов, которые обычно в наших кремах присутствуют. Не только масс-маркета, но и профессиональной косметики, да. Кстати, от профессиональной косметики я уже отказалась полностью, перешла на вот такой натуральный уход и продолжаю пользоваться. И кожа мне за это говорит спасибо. Поэтому вы попробуйте, марка очень классная. Про запах давайте скажу. Я просто знаю, что некоторые не сильно любят аромат розы, но здесь аромат такой достаточно... Присутствует роза, прекрасный запах, кто любит розу, вообще будет как бы доволен, кто не любит, не скажу, что здесь запах сильно навязчивый, да, действительно, есть запах розы, но не сильно навязчивый, поэтому у кого уже такая непереносимость запаха розы, конечно, вам не подойдет, потому что когда наносишь, есть запах розы, и какое-то время он тоже как бы присутствует на коже, ну, потом как бы улетучивается. Но эффект очень хороший. У них есть еще ночной крем и дневной. К дневному возвращаюсь уже не первый раз. Здесь у меня еще есть такие два косметические продукта от компании Dermaye. Скажу так, что компания Dermaye – это семейная компания, они... производит достаточно классные продукты, натуральные продукты, пользуются спросом по всему миру.
Это вот компания Дармае, ну, и их космические продукты, это тоже является моим фаворитом. То есть на сайте iHerb это такие, я считаю, достаточно натуральные, работающие, классные, люксовые продукты. Вот Дармае, да, и вот Андалой Naturals. Это такие вот космические продукты, к которым я возвращаюсь повторно. И если я вижу скидки, обязательно я беру. Кстати, вот эти продукты были по скидке, по-моему, там на сайте была такая акция, минус 10%. И я воспользовалась такой возможностью и заказала себе такие продукты. Так, давайте тогда поочередно. Это точечный гель для проблемной кожи. У кого проблемная кожа, в таком как бы тюбике идет, с таким вот дозатором, таким точечным. Это точечное средство наносится локально на проблемные участки. Здесь хороший идет состав. В своем составе имеет салициловую кислоту и чайное дерево. Также есть там кора ивы, по-моему, и лаванда и ромашка. В принципе, такой неплохой, достаточно работающий комплекс. Состав, вот можете посмотреть. Неплохой работающий комплекс, но периодически беру этот гель, да, и еще такой локальный от компании Andaloy Naturals. Вот здесь где-то я оставлю ссылку на гель, такой же локальный от компании Andaloy Naturals. Вы сможете посмотреть обзор по ссылке, где такой был гель. Так, в принципе, ну что могу сказать. Хороший состав, да, напоследок. Хороший состав, активные ингредиенты, работающий, хороший гель. Поэтому, опять же, нужно пробовать, что вам подойдет. Или от Дермы, или от Андалой. Можно и то пробовать. Читайте отзывы и составы. Все ссылки на продукты я оставлю внизу. Вы сможете почитать и выбрать себе как бы более подходящий вариант. И второй продукт от Дермае – это крем для глаз с гиалуронкой. С отличным составом. Хороший продукт. Продукт не содержит никаких парабенов, силиконов. Натуральный продукт. Легкая текстура, быстро впитывается, увлажняет кожу. Под макияж подходит отлично, не скатывается. Не скажу, что, наверное, для такой хороший, добротный, натуральный уходовый крем за кожей вокруг глаз. Хорошо увлажняет, питает. Быстро впитывается, легкая текстура, с таким носиком удобным. Экономный, кстати. По поводу морщинок, наверное, нужно что-то более посильней. Кстати, у Дермае там есть такой крем для глаз с Дермае комплексом. Поэтому вы лучше, если у вас, ну, скажем так, за 30 нужно что-то посильней. Если хотите хороший увлажняющий крем, то вот этот, конечно, подойдет. Очень хорошо увлажняет за счет гиалуронки. Так. И вот такая ручка, кстати, пришла ко мне. Это в разделе пробников. На сайте есть там раздел пробников. И предлагали, по-моему, за 10 центов. Классная деревянная ручка. Я думаю, для домашних целей пойдет. Еще здесь мои посылки, последние. iHerb бросил, как бы, иногда такие бросают подарки. Это метр, кто-то там меряет. Ну, думаю, хозяйце пригодится. Это нормально. На сегодня это все. Это вся была посылка. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ждите от меня очередных распаковок посылок с сайта iHerb. Спасибо за внимание и до свидания.